Добрий день, шановні друзі! Хто з нас у дитинстві не мріяв стати космонавтом? Мріяв і я, а пізніше, коли вже став журналістом, мріяв взяти у справжнього космонавта інтерв'ю. Сьогодні моя мрія нарешті здійсниться. У нас в гостях льотчик-космонавт СРСР, герой Радянського Союзу Віталій Жолобов. Виталий Михайлович, добрый вечер. Ну, сбывается мечта. Скажите, пожалуйста, опасное ведь дело космонавтика. У вас не было никаких сомнений, когда вы пришли во второй отряд космонавтов? Ну, дело в том, что, глядя вот на старт Гагарина, я до сих пор даже волнуюсь. Вот. Ну, а когда пришлось выполнять самому эту работу, конечно, чувство опасности, чувство напряжения, оно остается, но как такового назвать это страхом нельзя. Это волнение перед необычной работой, волнение особенно, ну, такое гипертрофированное чувство, это... чтобы не допустить никакой ошибки вот с первых минут старта, да и на предстартовой подготовке, потому что за годы подготовки нас научили быть очень внимательными, и оценивая работу, если находили ошибки, естественно, делали выводы о подготовленности экипажа. Поэтому вот это чувство, оно постоянно присутствовал не только на старте, и в процессе полета. Мне хочется понять немножко вашу психологию. Когда вы шли в отряд космонавтов, вы понимали, что можете погибнуть? Конечно. Вы были готовы к этому морально? Морально, да. Что вами двигало, вот, когда вы шли в отряд космонавтов? Патриотизм, желание полететь в космос, чувство какое-то неизведанного, желание прославиться, может быть? Ну, когда вот был полет Гагарина, это было действительно такое необычное событие. Вот, хотя я к нему был готов. Так получилось, что я уже был знаком и с кораблем, и с сотрудниками вот, КБ Королёва. Ну, я могу рассказать о том, что вот, когда я служил на полигоне Капустин-Яр, там была выставка ракетной техники, в том числе демонстрировался корабль «Восток». В таком технологическом варианте я был ответственный вот за этот участок. Естественно, заглядывал, смотрел. Тем не менее, вот для меня сам полет 12 апреля был очень неожиданным. Ну и, по-моему, это свойственно каждому человеку, когда он становится очевидцем вот какого-то происходящего события, ставить себя на место вот исполнителя. То ли а это... как бы я, да? Да. Поэтому вот был такой вопрос, но... Дело в том, что у меня не летная профессия. Вы же инженер? Да, инженер, и я работал инженером-испытателем ракетной техники. Вот, и я успокоился, что мне просто не светит туда полететь. Ну, а когда уже поступил в отряд, так получилось, что нужны были инженеры. Вот. И когда я пришел в отряд космонавтов, познакомился уже с ну, профессией. Волнения как такового, конечно, не было, но летная профессия, и особенно на первых порах космонавтика, она была сопряжена с очень большим риском. Даже во время подготовки мы теряли друзей и инструкторов, но готовность вот к тому, что это может быть,
Но все равно как-то в любых случаях вот, человек становится событием, допустим, соучастником какого-то рискованного дела. Бывает так, когда уходят друзья, коллеги твои. К этому нельзя привыкнуть, но ты успокаиваешь себя тем, что с тобой это может не произойти. Поэтому чувство опасности, оно есть, но дело в том, что это стремление вот к неизведанному. И ну, в каждом человеке заложено чуть-чуть авантюризма. И вот когда представилась такая возможность начать проходить комиссию, все, я проходил, и мне было очень интересно, смогу ли я вообще попасть в отряд космонавтов. Преодоление себя, правда? Да. И оно сохранилось практически вот так на всю жизнь. Ну, Виталий Михайлович, я знаю, что многие ваши коллеги проходили подготовку многолетнюю, но так им и не довелось полететь в космос по разным причинам. Кто-то по психологическим, кто-то по здоровью, кто-то еще по каким-либо причинам. Вы 13 лет ждали своего часа. За это время были сотни тысяч наверняка тренировок, причем в ужасных условиях, таких нечеловеческих усилий все это стоило. Скажите, вот что вы даже сегодня вспоминаете с содроганием? Какие тренировки? На чем? На центрифуге или где-то еще? Ну, нельзя сказать, чтобы я относился к этим тренировкам там, с чувством содрогания. Просто анализировал. Есть ситуации, которым человека просто нельзя натренировать. Например? Ну, допустим, вот термокамера или та же центрифуга. Ведь это практически за время полета, ну, будем говорить, разовые ситуации такие. Ну, на взлете, допустим, перегрузка, и на посадке перегрузка. Испытание в термокамере предполагало, основная идея – это возможность нагревания аппарата, если он неуправляем и попадает вот на, в такую ситуацию, где обогрев или система терморегулирования выходит из строя. Это тоже аварийная ситуация, и к ней нельзя натренировать себя. Но есть тренировки, испытания, которые необходимы. Вот. И поэтому вот, к термокамере я относился критически. Вот. Потом ее, кстати, отменили. Что, нагревали аппарат? Как это было? Нет, это... Ну, представьте себе, что вы находитесь в парной. Вот, так там вдвое где... жарче, да? Да, температура... значит, поднимается, ты сидишь вот в этой камере, нет, в летном костюме, комбинезоне, обклеен датчиками, термометром во рту, и вот испытание проходит до тех пор, пока температура тела не повысится на 2 градуса. И сколько вот ты выдерживаешь, а все остальное фиксируется вот приборами, и анализируется вот врачами. Но потом действительно ее отменили за ненадобность. Так же, как и ротор, была такая тренировка, когда вращение во всех плоскостях. Кошмар, да? Вот. Да, ничего страшного. Просто когда впервые вот проходишь, подходишь к какому-то испытанию, конечно, есть волнение. Но внутренне ты хочешь все-таки, чтобы ты выглядел хорошо, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Я знаю, что в целях испытаний на психологическую стойкость
кандидатов в космонавты погружали в какую-то, на время, вернее, оставляли в каком-то закрытом пространстве и смотрели, что они будут делать. Некоторым грезились какие-то люди. Что это было вообще? Как это происходило? Это космонавт размещается в закрытой сурдокамере. Это, сколько метров на сколько? Ну, метра три на два с половиной, вот так вот. На какое время его туда? А все зависит от того, как ты проходишь. Вот, врачи наблюдают за тобой, за твоими поведенческими реакциями, что ты делаешь, адекватно ли реагируешь на заданные какие-то ситуации, допустим, там считываешь по таблице или какие-то комментируешь какие-то ситуации, и вот нарушение психики фиксируется, допустим, по докладам, по твоей реакции, по поведению. Тесты специальные, да? Да. И поэтому, да, были люди, которые не выдерживали это. Какие реакции они давали? Ну вот в отряде, в группе, которая уже после нас пришла, из группы же Каденюка, вот был парень, у которого начались такие галлюцинации. Он на полном серьезе говорит, докладывал о том, что вот есть светильник, ну, типа фонаря, что ли, наверху, на потолке этой камеры. Он говорит, что вот они прилетают, они вот окружают. Но для нормального человека это... Но мы не сдаемся. Непонятно, кто прилетает, что... Ну, а врачи, естественно, делают вывод. Так его списали. Не готов. Сидят от 10 до 15 суток, вот так вот. Да? Да. Не выходя оттуда? Абсолютно. Мы, вот находясь в сурдокамере, тебя видят, тебя наблюдают практически круглые сутки, и когда ты спишь, ну, естественно, только физиологические вот потребности, когда исполняешь это все закрыто. Жизнь за стеклом, да, фактически? Да, да, да. Вот. И ты практически все время на виду. Извне ни одного звука, ничего. Вот ты не видишь обратной реакции на твои действия, ты не знаешь, как реагируют вот те люди, которые занимаются исследованием. Ты занимаешься каким-то делом. Ну, есть определенный вид допустимых занятий, чем ты можешь заниматься. Ты можешь читать, можешь изучать инструкцию, можешь заниматься каким-то рукоделием. Я вот, будучи в сурдокамере, ну, вспомнил свои юношеские годы. Когда-то умел рисовать, нарисовал автор портрет. Ну, и учитывая, что у меня особая любовь к морю, и у меня отец моряк, я вырезал из бревна, который я захватил, и был один нож, вот, вырезал парусный кораблик, который руководитель вот этой психологической лаборатории, он, когда уже открыли меня, он забежал и первым делом схватил этот корабль. Он сам из военно-морских медиков. И поэтому, когда он увидел этот корабль, он схватил и говорит, это будет уже как в музее, что ли. Кстати, там после... печатались вот эти мои изделия. Вы знаете, многих волнует сам факт, вот что такое невесомость? Вот как бы вы объяснили нам, людям, которые никогда не были в космосе и, может, никогда уже не побывают, что такое невесомость? Как человек физически ее ощущает? Ну, ее очень трудно описать, потому что аналогов вот на Земле нет. Что-то это напоминает, вот когда человек погружается, допустим, в воду,
И когда он в таком состоянии, когда он не тонет и не всплывает, это вот устойчивое такое равновесие, но в воде есть определенное сопротивление. Движение рукой, и ты можешь повернуться, там реакция есть обратная. Вот. А находясь в космосе, вот ты как бы там ни дергался, ни двигался, если ты не дотронешься до какого-то предмета, опоры там, рукой, ногой, ты будешь болтаться вот в таком состоянии. Она, невесомость, на первых порах, вот когда ты оказываешься после двухчасовой подготовки на старте, выведение, в скафандре, затянут ремнями, очень приятно, что ты освободился от всего этого. И вот чувство легкости такое возникает. Но это сопряжено с тем, что первые часы, где-то до 5-6 часов, вот так, рекомендуют не очень дергаться, двигаться активно, потому что это нагрузка на вестибулярный аппарат. И потом она проявляется вот в виде головной боли. У кого-то возникает что-то наподобие морской болезни. У нас вот с Борисом было чувство такого прилива крови. Это естественно, это происходит перераспределение крови в организме. И большая часть ее вот из ног перетекает в верхнюю половину тела, по малому кругу, так называемое, обращение, кровообращение. И вот чувство такого наполнения. И я помню, когда мы что-то делали, я вдруг посмотрел на Бориса, уже отсегнутые, все уже переоделись. И я смотрю, Борис такой раздулся, синюшный оттенок такой. И я говорю: Борис, ты что-то не очень фотогеничный стал. Он говорит: вы еще шутили. Ты на себя посмотри. И когда я глянул в зеркало, посмотрел, да, действительно. Всем проходит это чувство, привыкание. Ну, где-то вот в течение недели оно длится, вот это привыкание. В 1976 году вы совершили свой полет, экипаж в составе Бориса Волынова, Виталия Жолобова, вышел на орбиту. Вокруг этого полета до сих пор, насколько я знаю, есть очень много противоречивых слухов. Я понимаю, что эта информация, наверное, до сих пор под грифом «секретно». Тем не менее, я вот вам задам вопрос, а вы, если сможете, на него ответьте. Если не будет желания, не отвечайте совсем. Говорят, что ваш полет закончился преждевременно из-за того, что на борту якобы возник конфликт между Волыновым и Жолобовым, в результате которого один из двух космонавтов даже хватался за табельное оружие, чтобы пристрелить другого. Было ли это на самом деле? Ну, во-первых, табельное оружие находится в НАЗе. Это, значит, аварийный запас такой, который находится в спускаемом аппарате. А находясь в станции, значит, мы доступа к НАЗу не имели. И... Нет, хотя лазили мы туда, потому что таблетки с анальгином, которые должны были быть в станции, мы их не нашли. И не нашли еще кое-что, что закладывалось на полет. Поэтому табельного оружия не было, и не было конфликта. Была ситуация, мы очень чувствительны с Борисом к запахам. Вот. И вот каждый полет он вносит, приносит что-то свое новое, понимаете? У одного экипажа, допустим, чувство вот, нехватки информации какой-то, желание посмотреть кино или что-то такое. Но у нас было очень мало свободного времени, поэтому... У вас же был длительный полет, да? Да, мы пролетали 49 суток. Тогда это была редкость, такой полет. Да. И вот находясь в этом замкнутом пространстве, возникало чувство голода по запахам. И вот это свойственно было нашему экипажу. Мы впервые рассказали о том, что действительно очень хочется понюхать что-то земное. Вот запах огурца, допустим. И мы, значит, пользовались тем,
что у нас были в полетных костюмах, таких, в которых мы находимся на станции, мы брали салфетки аэрофлотовские. Угу. Они пропитаны приятным лосьоном. И вот возьмешь, понюхаешь, немножко как-то легче. Отпускает, да? Да. Вот, допустим, кто-то хочет почитать или музыку услышать, а у нас вот с этим проблем не было, а была вот проблема вот с нехваткой нормальных запахов. Мы об этом докладывали постоянно. И практически, значит, сделав всю работу, когда мы уже все сделали, оставалось только отправить, была такая конструкция, когда отправляют отработанную там пленку, материалы, которые необходимы на Землю. Это капсула специнформации, мы должны были ее запустить. Но Земля посчитала это ненужным делать. Почему? Потому что возникала опасность при нахождении экипажа на станции сделать эту работу. Поэтому нам сказали, что достаточно. Мы согласовывали, все докладывали на Землю. Вот. Было принято решение, значит, завершать работу. Мы вернулись на Землю. То есть, психологической несовместимости нет, не было? Нет. Скажите, а это правда, что у вас во время полета была ситуация нештатная, когда вы были на грани гибели? Ну, понимаете, это была аварийная ситуация. Не одна. Их было несколько. А чем бы она завершилась, трудно сказать, но вероятность такая была. Ну, что отказали системы какие-то, вот мне рассказывали космонавты, это правда именно в вашем полете? Дело в том, шума что... даже не было. Дело в том, что когда станция, у нас станция, она летала постоянно в сориентированном состоянии. И когда вдруг станция и пристыкованный корабль потеряли управление, это было сделано, значит, по ошибке Земли. Это не по нашей вине. Вот. И вот в таком состоянии, когда она не сориентирована, когда вот дело в том, что все это может пойти в разнос. И может разлететься и корабль, и все конструкции. Ведь вся эта конструкция, она довольно хлипкая. Ну, как хлипкая, она довольно мягкая, будем говорить. Реагирует на каждое движение. Хотя вот на Земле, когда тренируешься, все это устойчивое, громадная станция, корабль, ты ходишь, там жестко все. А когда оказывается в космосе, малейшее движение, чувствуешь, как начинают движки работать, перемена центра тяжести, вот она сказывается, на стабилизации, вот говорят, бег на бегущей дорожке. Это не бег, это кошачьи такие движения. Почему? Потому что, когда ты бежишь по Земле, это все-таки ударная нагрузка. Вот, на Землю и на организм. А тут только начинаешь батареи, солнечные батареи, они как крылья, они начинают двигаться. Реагировать. Да. Это, ну, что там, 3 миллиметра самая максимальная толщина обшивки. Это все очень чувствительное. Поэтому могло быть так. И когда не расстыковались в заданное время, вот, тоже Земля... допустила оплошность. Был такой момент, когда вам казалось, что вы уже гибнете? Было такое чувство, и я его очень хорошо помню, когда наступает, знаете, не страх, а чувство такого абсолютного равнодушия. Вот единственное, что в голове пробегает, это «а как там твои останутся на Земле?» Вот. А что это за ситуация была? Ну... это, значит, мы должны были расстыковаться в заданное время. И когда была уже дана команда на расстыковку, вот, дали команду на расстыковку, и корабль пошел назад. Мы чувствуем, что началось движение, и вдруг такой удар, тряска началась. Дело в том, что вот этот штырь, который входит в гнездо стыковочного аппарата, он застрял.
А вот в таком состыкованном состоянии очень сложное приземление. Есть несколько вариантов. Допустим, спускаться вместе со станцией. И сам корабль, когда он идет в штатном варианте на приземление, он тоже разделяется на высоте где-то 100 километров, а экипаж остается только вот капсуле, в капсуле в этой возвращаемого аппарата или спускаемого аппарата. Вот. А как там дальше пойдет, трудно предсказать. Поэтому было чувство такое неприятное. Ну что, тряска, и вы почувствовали, что все, наверное, да? Ну да, такое неприятное чувство. Но потом все потихонечку успокоилось, мы опять состыковались, пошли еще на виток. Потом команда Земли была на расцеплении. Там защелки, которые на головке стыковочного аппарата, вот это, этой штанги стыковочные, защелки управляются с Земли. А это правда, что Земля в этот момент потеряла с вами связь? Нет, нет. Значит, мы доложили, когда вошли в сеанс связи, доложили о том, что произошло. Вот. Нам Земля ничего не сказала. Вот, мол, да, дали команду на стыковку обратную и находиться в спускаемом аппарате. Мы сделали эти операции, состыковались вновь. Вот, пролетали еще один виток. Потом дали команду на расстыковку, отошли, и все окей. Я знаю, что во время первого полета Бориса Волынова у него был жуткий спуск, приземление. И знаю, что когда вы приземлялись с ним вместе, ситуация повторилась в той степени, что приземление было очень рискованным. Это правда, что во время спуска у космонавтов происходят дикие перенагрузки, что многие теряют зубы, с челюстями что-то происходит, паралич ног наступает. Что происходит? И что было у Волынова? Ну, у Волынова в первом полете произошло, вот я уже говорил о расстыковке, разделении корабля, транспортного корабля на высоте где-то 100 километров, он разделяется. Отлетает вот этот орбитальный отсек, приборный отсек, и ты остаешься вот в этой капсуле. У него получилось что? Орбитальный отсек отошел, а приборный отсек, он так в состыкованном положении остался и пошел на спуск. И причем повернутый, значит, вот к приборному отсеку спускаемый аппарат пристыкован той частью, которая воспринимает все нагрузки при приземлении, при спуске, вернее. Вот огневые, вот там специальная термообмазка. А сверху, если с противоположной стороны, это люк, через который мы заходим, спускаемый аппарат, который не приспособлен для того, чтобы выдержать нагрузки при спуске. И вот он пошел люком вниз. Понятно. Это первое. Второе, вот называют мягкая посадка. Ну, насколько она мягкая, это многие экипажи испытали. Ну, как это происходит? Значит, у нас получилось так, что корабль на парашюте раскачивался. Есть двигатели мягкой посадки, которые тормозят, значит, немножко, да, компенсируют вертикальную составляющую вот скорости спуска. И получилось так, что на максимуме амплитуды, когда корабль был отклонен, висел на парашюте на стропах, вот на максимуме амплитуды сработали эти двигатели, это пороховые двигатели. И они не погасили скорость, а наоборот нас кинуло вперед. И мы пролетели 8 метров, удар, потом еще 3 метра и еще метр. И когда мы посмотрели друг на друга,
У меня был в руках бортжурнал. Значит, остался только первый и последний лист. Вылетел. Вот. У Бориса тоже лопнула это, шнур, который подходит к тангенте связи. Вот. Удар был довольно мощный такой. Ну, посмотрели друг на друга. Он говорит, жив. Я говорю, жив. Ну что, будем выбираться, потому что посидели, никто нас не встречает, не открывает люди. Ни ковровые дорожки, ни оркестра. Ничего. Значит, приняли решение выходить сами. А вот тут уже почувствовали, что такое, как земля принимает в объятия. Тоже очень тяжело. Это, во-первых, вылазишь, но у Бориса кресло находится прямо... Вот над ним как раз этот люк, он его открывает. Вот. Корабль находится в таком, лежит на боку, и я, получается, внизу, центр тяжести. Он маленький вообще корабль? Ну, 2,5 куба объем его. Да, ну, вообще ничего. Это при том, что там аппаратура, что кресло. Ну, если лицом, то вот практически на таком расстоянии, где-то на расстоянии 30 сантиметров, ты к приборной доске. Ну, за счет того, что ты привязан, вот ты, конечно, ни лбом не ударишься, но неприятно. И вот Борис стал выходить, выполз из корабля. Я должен переместиться в его кресло и тоже... Тем же путем. Да, тоже вылазить. Я перебрался в его кресло, а уже заголовник, вот шлем этот, который на скафандре, он был уже открыт. И получилось так, что вот эта кривая поверхность остекления, она попала между креслом и плафон светильника. Там расстояние 2 сантиметра. И надо же было вот так угораздить, что этот шлем вот попал туда. И я как привязан, я не могу дернуться. И сил нет, наверное. Да, сил не очень. Я говорю, Борис, помогай. Слышу, он сейчас, посижу, начинает дергаться. Борис, помоги, сейчас. Он лежит на земле, сил нету, лежит, распластался, лежит, вот смотрит в небо. Что ноги не слушают, руки не слушают, ничего? Да? Не, руки слушают, все, но на ногах стоять невозможно. Тем вот получилось так, что я все-таки освободился, выполз, лег рядом с ним, лежим, смотрим в небо. Смотрим, где-то вертолеты летают. Холодно? Это зима была или лето? Нет, это было лето. И мы приземлились прямо в пшеничное поле. Ну, была здорово. Уборка. Нужно же обозначать себя. Нужно доставать ракеты. Все. Пускать. Да. И по инструкции положено это делать мне. Вот я пополз к кораблю. Вот тогда уже нужно доставать этот НАС, распаковывать его. А все же, когда готовилась к полету, готовилась как? Все приборы контровочной проволокой закреплены, а тут ни кусачек, ничего, хоть зубами рви. И пальцы чужие. Да, и пальцы, и слабость такая. Ну, ползешь просто. И кажется, что амплитуда, вот с которой тебя бросает, наверное, по метру. Вот такое впечатление. Достал эти ракеты. Вот. Ну, сначала... Я достал, есть такая ракета большая, которая на парашюте спускается. Вот когда ее открыл, выпадает эта крышка и кольцо со шнуром. То есть ракета такая, ее не дернешь. Не. Пришлось лезть второй раз. Второй раз я достал комбинированный сигнальный огонь. Днем, допустим, ты обозначаешь дымом, ночью огонь. Это обычный фальшфейер. И вот когда мы его дернули, он начал разбрызгивать эти снопы искр, а тут же пшеница. И мы просто испугались, что можем поджечь это поле. Народному хозяйству урон. В землю самое затушили. Ну, а последний вариант – это есть такой пистолетик, он сделан как в виде авторучки. У меня даже он есть, хранится, я его сохранил. И туда навинчиваются маленькие ракетки сигнальные. И вот достал эти
начали стрелять. Где-то с четвертой ракеты я увидел, что вертолет нас заметил, повернули, и все вертолеты пошли к нам. Вот. Ну, когда они приземлились, первым делом это мы, я не знаю, какое количество воды выпили, потому что большая потеря. Обезвоживание, да. Воды, выскочили врач этот наш экипажный, вот, он живый, все нормально, 40 минут нас не могли найти. Вертолеты по комбайнам летают, которые убирают, нас не видят. Ну вот, потому что ракеты, собственно, с помощью ракет мы и обозначились. А все-таки с зубами что было? Вылетали зубы или нет? У Бориса вот на первом приземлении у него 4 зуба вылетело от удара. То есть это правда? Да. Вы знаете, я не знаю, насколько это правда, но говорят, что космонавтам, когда разбились Комаров, Добровольский, Пацаев, да? Экипаж? Нет, Добровольский, Волков и Пацаев. Добровольский, Волков и Пацаев, им показали останки этих ребят, чтобы сказать, посмотрите, это опасная профессия. Это правда? Ну, дело в том, что мы сами понимаем, насколько это опасная профессия. Но здесь вы немножко объединили два несчастных случая. Первый несчастный случай – это с Комаровым. Угу. Вот, когда он летал вот на первом корабле «Союз», там произошла такая трагедия, когда при ударе на землю практически вот эти двигатели мягкой посадки, о которой я говорил, они сработали внутрь корабля. И его просто изжарило. И спекло. Вот. А Добровольский, Волков и Пацаев погибли. Они, собственно, погибли, да? Уже на высоте где-то 100 километров, вот когда произошло разделение на отсеке, там мембрана вот, клапанов дыхательной вентиляции, которая должна была открываться на высоте 4,5 километра, уже когда ты на парашюте висишь, она открылась на высоте 100 километров, и практически вся атмосфера выдула закипание крови. Но они приземлились, теплые, вот, ничем не испорченные, вот, ни ударами, ничего. Но уже... Останки Комарова показывали космонавтам? Да. Для чего это было сделано? Ну, как правило, вот... Когда происходит подобное, ну, что-то, какая-то трагедия авиационная или космическая, люди должны знать, что, с чем это связано. И если гибнет летчик, есть группа поиска, спасения. Вот. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була людина величезної мужності, справжній герой, льотчик-космонавт СРСР, герой Радянського Союзу Віталій Жолобов.